Здравствуйте, в эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Алло. Добрый вечер. Владимир Петрович, да. Хорошо меня слышно? Да, хорошо. Встреча Владимира Ружицкого с жителями прошла онлайн. Все-таки безопасность, мало ли. Береженого Бог бережет, как говорится. Таксистов городского округа проверили на наличие дезинфицирующих средств. Сложностей особенных нет, технические оборудование у нас все в порядке, мы готовы абсолютно к этому. На время карантина вся жизнь переместилась в интернет. Стараюсь больше времени проводить дома, потому что все-таки есть угроза заразиться. Чем заняться дома, если вы на карантине, узнаем из сюжета Анны Троян. А теперь подробнее об этих и других новостях. Итоги прошедшей недели подведены в Люберецкой администрации. О них доложили руководители управлений, ведомств и ресурсоснабжающих компаний округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и здоровья населения стали основными темами совещания. Почти 2000 раз на минувшей неделе жители обращались в полицию. Поводом для возбуждения уголовных дел послужили 30 заявлений. По горячим следам стражи правопорядка раскрыли 25. Резонанс это было одно преступление. Это на Ухтомском отделе полиции, где произошла драка между строителями, которые копали подвал. То есть там один получил ножевое ранение, другой от ножевого ранения скончался. Люди задержаны, арестованы. Начальник межмуниципального ведомства вновь призвал пенсионеров быть внимательнее и не верить посторонним людям. На территории округа участились случаи мошенничеств с жителями пожилого возраста. Руководитель Люберецкого гарнизона пожарной охраны доложил о состоянии дел у огнеборцев. 65 выездов по сигналу тревоги участвовали в ликвидации 10 пожаров, 5 из которых произошли на территории городского округа Люберцы. Один пожар произошел на объекте торговли, один в строительной бытовке, один в частном гараже, один в пристройке к частному жилому дому и один в доме на 7 семей, в двухэтажном доме на 7 квартир. Возгорания обошлись без жертв. В сфере ЖКХ неделя выдалась спокойной. В 2020 году в округе отремонтируют 470 подъездов. Только в марте запланировано сделать 72 входные группы. На данный момент в работе находится 49 подъездов. Из них управляющая компания ЛГЖТ 36 подъездов, управляющая компания «Содействие» 13 подъездов. Выполнен ремонт в 34 подъездах. Из них управляющая компания ЛГЖТ 25 подъездов и управляющая компания «Содействие» 9 подъездов. Но не только эстетика сейчас важна. Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, входные группы округа ежедневно обрабатываются обеззараживающим составом. В таком же режиме обрабатывают детские игровые площадки. О безопасности жителей позаботились и в люберецких парках. Мы с максимальным вниманием относимся к вопросу дезинфекции общественных помещений, особенно зон детского развлечения в парках культуры отдыха городского округа. На ежедневной основе проводится обработка всех зон общего пользования в целях профилактики и недопущения распространения инфекции. В завершении заседания глава округа объявил о необходимых мерах профилактики вирусных заболеваний. Теперь руководители ведомств будут отчитываться перед населением удаленно, через средства массовой информации и соцсети. Кроме того, Владимир Ружицкий призвал люберецких работодателей по возможности отправить подчиненных на домашний режим работы. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы прошло в администрации. Его провел заместитель председателя Дмитрий Лактионов. На рассмотрение народных избранников два вопроса. Сначала участники встречи проголосовали за устранение технической ошибки в правилах землепользования и застройки территорий, а также одобрили изменения в документе. А именно включить в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков градостроительного регламента территориальной зоны КУ-36 вид разрешенного использования коммунальное обслуживание. Могу пояснить, это касается застройки самолет в Мирном. Для того, чтобы опять же устранить эти решения, мы включаем коммунальное обслуживание. Контроль за исполнением настоящего решения возложен на постоянную депутатскую комиссию по перспективному развитию, градостроительству и землепользованию. Состоялась очередная встреча Владимира Ружицкого с жителями округа. На этот раз из-за угрозы распространения коронавируса она прошла дистанционно. Люберчане задавали вопросы главе через социальные сети, электронную почту и по телефону. За беседой в режиме онлайн следила наша съемочная группа.
Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Петрович. Да. Хорошо меня слышно? Да, хорошо. В таком формате встреча главы с жителями проходит впервые, но за ходом беседы наблюдают все желающие. В социальных сетях идет прямая трансляция. Задать интересующие вопросы можно, не вставая с дивана. Такую обстановку создала угроза распространения нового вируса. Поэтому, прежде чем приступить к диалогу с жителями, Владимир Ужицкий рассказал об обстановке в округе. Ситуация достаточно у нас серьезная, но уже основываясь на уже многочисленных исследованиях, ученые не считают ее катастрофической. Но все соответствующие меры принимаются в полном соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Среди принятых мер – создание оперативного штаба, введение в школах дистанционного обучения, дезинфекция мест общего пользования. Кроме того, в округе оказывают адресную помощь малообеспеченным пенсионерам. А с 30 марта начнут выдавать продуктовые наборы школьникам льготной категории. Что касается детей начальной школы, это с 1 по 4 классы, для некоторых детей, родители которых не могут оставить их дома и не с кем это их оставить, будут организованы дежурные группы. Дежурные группы будут не более 12 человек, и за детьми в это время будет осуществляться присмотр и уход. С 24 марта в Люберцах начали закрываться бассейны, фитнес-залы, а также развлекательные центры и кинотеатры. Большое количество вопросов, поступивших главе, коснулось работы объектов торговли в период эпидемии. Рынки, торговые центры и розничные магазины работают в штатном режиме. Закрываться они не будут, так как это объекты социально значимые. Я вас заверяю, что дефицита товара на территории Люберец по товарам первой необходимости нет. Логистический центр работает в штатном режиме, и сетевые компании заказывают этот товар в ежедневном режиме. Реконструкция Октябрьского проспекта и Малаховского озера по-прежнему вошли в список популярных вопросов. Работы по расширению главной магистрали округа идут согласно графику, а благоустройство парка продолжится в апреле. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Классика или ноу-хау? В Люберецкой администрации рассмотрели варианты благоустройства территории у Дома офицеров. Владимир Ружицкий обсудил благоустройство объекта культуры с архитекторами и работниками учреждения. Основная концепция проекта – обустройство площади у главного входа. На суд главы округа представили три варианта. В классическом строгом стиле – более смелый вариант с нестандартным размещением объектов благоустройства и современный – площадь в виде круга с таким же необычным мощением плитки и полукруглыми лавочками. Сделать краше и удобнее для жителей планируется и прилегающие к учреждению территории. Поскольку у нас появляется проходная аллея, будет она благоустроена, по которой пойдет основной поток жителей и посетителей данного места. При разработке концепции позаботились и об автовладельцах. Парковочные места планируется разместить вдоль проезжей части в виде елочки. Что касается новогодней ели, для нее сейчас разрабатывается отдельная схема установки. Зимой неподвижная основа должна предназначаться для установки праздничного дерева, а летом основа конструкции должна приобрести функцию украшения площади. Региональная программа «Мой подъезд» полным ходом идет в Люберцах. В работе сейчас полсотни входных групп округа. Качество ремонта в городке А оценили представители управляющей компании и власти муниципалитета. Бирюзовые стены, новая плитка на полу, почтовые ящики и отреставрированные перила. Отделка подъезда в 10-м доме по 3-му почтовому отделению включила в себя все необходимые пункты. Большая часть входных групп округа в этом году легла на плечи ЛГЖТ. Несмотря на это, управляющая компания опережает сроки. Подъезды делают быстро, в течение месяца, чтобы не доставлять неудобств жителям. Нам предстоит отремонтировать около 400 подъездов. Единственная проблема, ну они не проблемы, но решаемые. Кто-то согласовал жители цвет краски, а другим не понравилось. Пока вот все это, про недели две, пока мы выбирали, пока думали, пока согласовывали, вот это такие вещи нас чуть-чуть затягивают. Всего же в 2020-м обновят 470 люберецких подъездов. За годы реализации региональная программа преобразила более 3000 входных групп округа. За эти годы мы набрали определенный опыт, но и качество выросло, естественно, ремонтных работ и жителей. Как говорят, человек быстро привыкает к хорошему. Вот это хорошее надо культивировать. У нас стоит задача, вот уровень ремонта подъездов, который мы за последние годы на этот уровень вышли, просто удерживать.
Весь объем работ на этот год подрядчики должны закончить к 1 сентября. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецким ветеранам продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы. На этот раз гостей принимал Владимир Тюленев. В годы Великой Отечественной он работал на заводе по изготовлению патронов. С героем и членами его семьи познакомилась наш корреспондент. А тут медицина, политика всякая. К своей книжной коллекции Владимир Иванович относится с особым трепетом. Во всем любит порядок и требует того же от окружающих. В его комнате каждый уголок имеет свое назначение. Вот портреты ушедших родственников, супруги, сына, родителей и дяди. Командир батальона был, на «Катюшах» воевал, всю войну провоевал. Когда началась война, Владимиру Тюленеву было 14. В 43-м году ему пришла повестка из военкомата. Отличнику пришлось на время бросить учебу и, не покладая рук, работать на военном заводе. Громаденший завод, 1000 человек, 2 смены, 500 в одной смене, 500 в другой. И мы делали патроны для автомата ППШ, пистолет, пулемет Шпагина. И вот этот вот автомат, он очень многих немцев уничтожил. Владимир Иванович прошел путь от обычного рабочего до сотрудника Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Сегодня, в свои 93 года, он активно участвует в жизни городского округа и всегда в курсе важных событий. В 7 утра просыпается радио, новости, потом зарядка. Обязательно. Все, что за день произошло, мы вроде как смотрим интернет, там еще что-то, телефоны. Вот. Но Владимир Иванович рассказывает это более подробно, вот, качественно и с выражением. То есть тут оно в подсознание уходит сразу информация и не забывается. Больше всего Владимир Иванович не любит тишину, поэтому приезд гостей для него – радостное событие. Накануне 75-й годовщины Великой Победы он встречает у себя главу Люберец Владимира Ружицкого. Я рад вас видеть. Это вам. Ну, так вот получается, что мы в эти времена вот так как-то вот поздравляем его в масках. Глава округа вручил ветерану юбилейную медаль 75 лет Победы. К 9 мая такие награды украсят мундиры всех героев, которые подарили нам мирное небо над головой. Луиза Игазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. По поручению губернатора Подмосковья в Люберцах навещают одиноких пенсионеров и вручают им продуктовые наборы. Эти меры приняты для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и не оставить в сложной ситуации людей, подверженных особому риску. У нас сегодня людей старше 60 лет более 62 тысяч. Если вы видите, что рядом проживают люди и у них запредельно сложная ситуация, то звоните, пишите, я в социальных сетях присутствую. Мы таким семьям обязательно окажем помощь. Гуманитарную помощь оказывают малоимущим гражданам, чьи доходы ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день 811 люберчан относятся к этой категории. В течение нескольких дней сотрудники соцзащиты и волонтеры навестят каждого из них. Власти Подмосковья предприняли шаги, чтобы не допустить распространения коронавируса. Одна из мер – дезинфекция общественного транспорта. Теперь сотрудники компаний-перевозчиков обязаны обрабатывать маршрутки и автобусы специальными растворами. Как с этой задачей справляются в Люберцах, наблюдала Луиза Игазарян. Вот так теперь выглядит подготовка маршрутного такси к выходу на линию. Кроме проверки технического состояния, тщательная обработка как снаружи, так и внутри транспорта. Средства, которые используют при дезинфекции, безопасны для здоровья пассажиров. Данный раствор состоит, он содержащий хлор. Вот, он убивает большинство всяких инфекций, то есть не только коронавирус, но и все остальные. Не вызывает у людей аллергию, значит, оно быстро выветривается. Каждый водитель после обработки, значит, данным средством протирает влажными салфетками все поручни и все подголовники. Весь транспорт, курсирующий в городском округе Люберцы, обрабатывают 3 раза в день. Перед выходом на линию, на конечной остановке и после рейса. Между рейсами водитель самостоятельно на линии проводит дезинфекцию. Все данные мероприятия проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.
Перед первым выездом и после рабочего дня оценивается состояние здоровья водителей. К обязательным пунктам при медосмотре добавили измерение температуры инфракрасным термометром. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Пандемия внесла коррективы и в работе таксистов. Отныне при перевозке пассажиров водители обязаны иметь при себе средства дезинфекции. Насколько выполняется это поручение, проверили инспекторы ГИБДД и сотрудники администрации. Дезинфицирующих средств нет, к сожалению. Почему их нет? Ну, потому я не смог их сложно приобрести. Кроме водительского удостоверения, инспекторы ГИБДД спрашивают и о наличии средств защиты от коронавирусной инфекции. Как показал рейд, распоряжение губернатора выполняют не все. Все материалы сегодняшнего рейда уйдут в штаб Министерства транспорта Московской области, где будет принято решение об отзыве свидетельства у данных таксомоторных компаний. Только у двух из пяти водителей оказались перчатки, маска и влажные салфетки. Антон Винокуров после каждой поездки проводит дезинфекцию салона автомобиля. Все-таки безопасность, мало ли. Береженого Бог бережет, как говорится. Такие рейды будут проходить на территории Люберец постоянно до особого распоряжения правительства Московской области. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Содержать мусорные контейнеры в чистоте, не прикладывая особых усилий. В Люберцах это стало возможным благодаря современным технологиям. В округе появился передвижной суперкар, который обрабатывает и моет емкости для сбора отходов. Наша съемочная группа увидела, как работает уникальная машина. Всего несколько нажатий кнопок, и механизм готов к работе. Предварительно опустошенный контейнер погружается в спецавтомобиль. Пару минут внутри устройства, и он выходит чистым и продезинфицированным. Автомобиль для мойки мусорных контейнеров – явление уникальное. В России таких всего три. В Московской области городской округ Люберцы первым протестировал возможности техники. Мы обработаем городской округ Люберцы, поедем по следующим муниципалитетам, потом опять вернемся в Люберцы. Плюс работает не только одна машина. Бункеры обрабатываются на производственных площадках наших. Они забираются, обрабатываются и возвращаются на место уже вымытые, чистые и продезинфицированные. За один день передвижной суперкар способен вымыть до 240 баков. В городском округе Люберцы установлено 5000 мусорных контейнеров. Для того, чтобы каждый прошел обработку, спецтехника будет работать каждый день без выходных. Конструкция автомобиля такова, то что сброса грязной воды не происходит. Автомобиль имеет две цистерны. Одна с чистой водой, другая цистерна для грязной воды. Дезинфицирующий раствор и все оставшиеся фракции, они остаются в автомобиле и потом сбрасываются и утилизируются в специальных местах на сортировочных комплексах и на полигонах. Дезинфекция контейнеров сейчас тема актуальная. Но представители регионального оператора подчеркивают, приобретение спецавтомобиля не связано со вспышкой инфекции. Передвижной суперкар будет курсировать по округу постоянно. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В Люберецком округе детские сады продолжают работать в штатном режиме. Как проходят будни дошколят и какую профилактику проводят сотрудники, чтобы предупредить вирусные заболевания, выясняла наша съемочная группа. При входе строго требуется надеть бахилы. Далее следует термоконтроль и мытье рук. Только после этого ребенок может зайти в группу. Родители передают своего малыша администратору. Проход в учреждение для взрослых ограничен. Я уверена в безопасности своего ребенка. Каждое утро проводится утренний фильтр на входе в садик. Нам все мерят температуру, справляются о нашем самочувствии. Поэтому я знаю, что ребенок в группе находится среди таких же здоровых, как она. И больные дети не будут допущены в помещение. Я уверена, что такие меры помогут нам. Несмотря на ситуацию, с детьми продолжают заниматься. Юные люберчане изучают и рассказывают стихи, занимаются физкультурой. Правда, в связи с карантином она проходит в группах, а не как обычно на улице. Также в профилактических мерах временно приостановлена работа бассейна. В настоящее время наш коллектив прикладывает максимум усилий для предотвращения распространения инфекции. На сегодняшний день проведен в каждом корпусе ряд организационных и гигиенических мер. Проведены генеральные уборки, убран весь мягкий инвентарь, игрушки, шторы. Все занятия проводятся по расписанию. Детский сад открыт с 7 утра. Кроме того, ребята продолжают готовиться, как обычно, к конкурсам. Однако в этот раз они будут проходить дистанционно.
Ребенка своего водить в детский сад я не боюсь. Я полностью доверяю коллективу детского сада. Уверена, что все необходимые меры для этого проводятся. Несмотря на все меры, принимаемые в борьбе с коронавирусом, некоторые родители все же предпочитают оставлять своих детей на карантин в домашних условиях. Я оставляю им свободно. Она должна быть где-то у нас посередине, видишь, приблизительно посерединке, да? Появившееся время Наталья полностью посвятила сыну Эрику. Вместе они освоили бисероплетение, написали несколько картин, соорудили множество поделок. Особое внимание мама уделяет физическому развитию ребенка. Остается только придерживаться правил, которые могут нас защитить. Вот. И я думаю, что все будет хорошо. В то же время с 23 марта все школы Подмосковья перешли на дистанционное обучение. Анна Троян, Денис Кельми и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Коронавирусная инфекция заставила поменять привычный образ жизни многих. Работники образовательных, культурных и досуговых площадок должны работать удаленно. В домашнем режиме вынуждены получать образование школьники и студенты. Наш корреспондент Анна Троян узнала, как люберчане перешли на жизнь в режиме онлайн. Вместо балетного станка – стул, взамен концертному залу – домашние стены. Во время карантина у актрисы мюзиклов такой же режим тренировок, как обычно. Ежедневные занятия по хореографии и вокалу – единственный способ Александры Дороховой оставаться в форме. Я работаю в ансамбле свингом. Часто свинг – это человек, который знает все ансамблевые партии. И получается, что у тебя в 3 раза больше вокальных партий, в 7 раз больше танцевальных партий, поэтому мне важно, чтобы и диапазон не уменьшался вокальный, и чтобы я была в хорошей физической форме. Сейчас единственный зритель Александры Дороховой – собака Барни. Правда, сложность репетиции дома без труппы облегчают онлайн-трансляции. Сегодня культурные и медийные сферы полностью ушли в сети. Артисты дают бесплатные концерты в интернете. Сами играют, сами поют, в общем, не скучают. Без моей большой ошибки и твоей я благодарен ей. Музеи вовсю проводят экскурсии онлайн. Эрмитаж на время пандемии открыл доступ к 5-часовому фильму. Увидеть 45 залов и 600 произведений искусства без билета теперь может каждый. Я давно хотела посетить Эрмитаж, и сейчас в условиях карантина мне удалось совершить прекрасное кинопутешествие в этот музей, не выходя из дома. В условиях карантина поменять привычную схему работы пришлось и тем, кто учит, и тем, кто грызет гранит науки. В Гагаринском техникуме пустуют коридоры, но зато как оживленно в кабинетах. Ребята, добрый день! Как настроение? Чтобы не допустить пробелов в учебе, для своих студентов люберецкое учреждение ведет полноценные занятия. Выглядит как интерактивная познавательная онлайн-игра, к которой точно надо подготовиться участникам по обе стороны экрана. Включи микрофон, мы тебя не слышим. Байкал, наверное. Да, совершенно верно. Озеро Байкал. В такой форме урок природопользования кажется даже интереснее. Сложностей особенных нет. Технические оборудование у нас все в порядке. Мы готовы абсолютно к этому. Но практические навыки достаточно сложно дистанционно изучать. Самое главное – это профессии, специальности, которые дети должны руками, в общем-то, получать. В этом вот есть небольшие сложности. На время карантина закрыты и школы, но подготовку к экзаменам никто не отменял. Вдали от парты выпускникам помогают как учителя, так и репетиторы. Сейчас я занимаюсь со своими учениками в скайпе. Эффективность занятий немного упала. Но так как близятся экзамены, подготовку приостанавливать ни в коем случае нельзя. Современный подход к сложившейся ситуации приходится искать даже представителям власти. Так, накануне традиционную встречу с жителями Владимир Ужицкий провел с глазу на глаз с веб-камерой. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Чем заняться во время карантина? Сейчас этим вопросом задаются многие, кому пришлось перейти на удаленный режим работы. Наш корреспондент Анна Троян подготовила для вас подборку самого полезного домашнего досуга.
Работа не волк, в лес не убежит. Так на карантине думают многие, отправляясь к холодильнику, словно там деньги раздают. Но это не дело, товарищи удаленные работники. Чтобы после введенных ограничений не пришлось менять гардероб, вот вам советы для разгона жировой массы. Если без посторонней помощи не знаете, как сесть на шпагат или встать в планку, держим путь в Playmarket. Приложение для любой физической подготовки позволит в четырех стенах провести тренировку не хуже, чем в спортзале. На фитнес дома нет ни малейшей мотивации, пришла пора опробовать новенькие спортивные площадки во дворах. Они тоже подойдут для любого уровня подготовки, а на свежем воздухе и гормон счастья быстрее вырабатывается, и время летит незаметно. Ух, за зиму зачерствел. Давно не занимался. Только руки после турников не забудьте тщательно вымыть. Чистота – залог здоровья. Поэтому карантин – самое время провести в квартире весенний субботник. Генеральную уборку можно устроить даже в самых труднодоступных местах. Так и физнагрузку совместите, и полный порядок дома воцарит. За 5 дней на карантине Юлия Самохина ни разу не скучала. Стараюсь больше времени проводить дома, потому что все-таки есть угроза заразиться. Вот, а так дома, конечно, скучать не приходится. И, честно говоря, для меня это самое удачное время, чтобы заняться домашними делами, пообщаться с друзьями по интернету, вот, и посвятить время семье. А еще это время можно посвятить себе любимой. Ну когда еще можно позволить себе ходить как в спа-салоне? Уход за кожей и волосами – вопрос индивидуальный. А вот найти время на любимые книги и сериалы хотели многие, но не могли. Киноманы и чтецы, настало ваше время. Да, вот только поделить телевизор на всех членов семьи, увы, весьма сложно. Лучше найти интеллектуальное занятие для всех. Друзья, мне кажется, надо играть. Что ли, игры? Давно пора. Уна, крокодил, экивоки, Элиас – это не набор несвязных букв, а название настольных игр. С таким досугом и мышление можно развить, и поднять настроение. Первый комик немого кино черно-белого. Чарли Чаплин. Положительные эмоции поднимают иммунитет. Продуктивного вам досуга. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в соцсетях. До свидания.